Срочная информация из Киева. Задержан наш коллега, журналист НТВ, корреспондент программы «Центральное телевидение» Вячеслав Немышев. Сейчас он находится в одном из отделений полиции, где его допрашивают сотрудники СБУ. Связи с ним нет. Инициатором задержания стал некий человек, судя по всему, член националистической группировки. Вот кадры, опубликованные в интернете. Полиция! Подойдите сюда, быстро! Я журналист! Подождите, я провожу гражданское задержание! Что, дурачок совсем? Да, я провожу... Полиция! Грубейшее нарушение прав журналистов – повседневная практика украинских властей. В конце августа в Киеве корреспондента Первого канала Анну Курбатову похитили в Киеве сотрудники СБУ. Связи с ней не было, журналистку допросили, привезли на границу и бросили одну в темноте без денег и вещей.